Прокуратура выяснила, что Росавтодор потерял федеральные дороги страны. Именно эта организация ведет их учет. Из реестров Росавтодора исчезло свыше 360 тысяч километров федеральных трасс. Наводку прокуратуре подали из Росимущества. По их данным, Росавтодор либо посчитал неправильно, ну либо принтер ошибся. По данным Росимущества, где ведут учетом всего федерального имущества, включая и дороги, в стране 411 тысяч километров дорог. По данным Росавтодора, всего 50,5 тысяч. В Генпрокуратуре отмечают, что подобные ошибки, опечатки ставят под угрозу обеспечения транспортной безопасности в стране. Если найдут виновных, накажут. Такое намерение вызвало недоумение у Михаила Блинкина, научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства. Насколько я понимаю, речь идет о чисто методической нестыковке данных, которые ведут, соответственно, Росстат, Росимущество и Федеральное дорожное ведомство. Похоже, эта информация не заслуживает большого общественного внимания. Я искренне не понимаю, почему за это взялась прокуратура. Могу гарантировать, что эти дороги никто не украл, не распылил и не отвез в Луну. Но если говорить в целом о дорожном строительстве, то в нынешнем году на этом решили сэкономить. Россия впереди планеты всей по цене возведения дорог. А если в прошлом году на это выделяли 987 миллиардов рублей, то в этом году решено, что называется, затянуть пояса и управиться за 910. Ну, оно и понятно, чтобы построить 1 километр дороги в России, в среднем нужно потратить где-то 600 миллионов рублей, а рекорд при этом у трассы Москва-Питер 907 миллионов километров.